Всем привет, меня зовут Андрей, и добро пожаловать в XCOM and we win. Мы продолжаем с того же момента, там же, где и остановились, по сути. Я как не помнится, я не помню, какие-то проблемы с сейвами прошли. Вроде мы остановились на похищении людей. Или я не помню вообще. Медали есть. Бойцы. Я вообще не парю уже, ладно, давайте. Пойдем так, как у нас есть. Нам нужны или инженеры, или ученые. Я не всегда соглашаюсь с доктором Шейнем, но сейчас он прав. Теперь, когда мы можем ловить лунатики. Отвали. Нам нужны ученые. Так, у нас уже 5 человек, да? Нет, не это надо. В смысле, можно иметь язык? Испанский, русский, польский. Bien, commandant. Ay, ay. A la orden, commandante. Yes, commander. Нет, они должны быть той национальности, которой они служат все-таки. По оснащению все на месте. Себе мы как на испытание дадим вот эти вот хрень. Ну а тебе? Ну мне другого тебе нечего предложить. Либо респиратор, который просто тебе хп увеличивает, либо же... Не, да, возьми гранату. Граната всегда будет полезнее в бою и куда-то пропал. Ну зашибись. Один. Готовимся к высадке. Сейчас буду еще долго загрузка. Летим в Китай, там сейчас неспокойно. Пришло сообщение с большой земли. По городу шастают пришельцы. Надо отправляться туда и зачистить регион. Сейчас все сделаем. Загрузки просто нереально долгие. Нереально. У меня, правда, у меня ушло на эту целых полторы минуты, чем в XCOM Enemy Win. Ой, Enemy Unknown. В Enemy Unknown как-то там берёг, что ли, по оптимизированию. Ой, блин, составы еще, составы, мать вашу, составы. Нет, нет состава. Центр, рейнджер подходит к точке назначения. Штурм-1 просит разрешение на высадку. Вас так. Понял, рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку. Да хорош лялякать-то, а? Не подставляйтесь. Надоели по полчаса лялякать, а потом, блин... А, что? Что? Блин. Так, у меня, по сути, есть только вход сюда. Ты медик? Нет, нельзя. Штурмовик, давай-ка ты вот с нашими. Повышаешь шанс крышки попадания, но напоминается шахта. Тупо крит повышает, и все. Показывай, кто там есть. Отлично. Снайпер, значит, сразу же занимай позицию. Только не спали кого-нибудь, пожалуйста, не спалите. Двери почему-то открываются и закрываются, или мне кажется. Так, пойди, камера тупая. А, понятно, там вон люди валяются. Из-за этого двери не могут закрыться. Да ёба ма... Нет, только не вы! Только не вы! Только не вы! Только не вы. Ёба мать, у меня только один человек может прикрывать. А этот не дотягивается, зашибись. Беги туда, я не знаю, все, это жопа, ребят, это жопа. Офигенное начало, я вам скажу. Если хоть один что-то начнет делать, то вот эта баба начнет прикрывать. Так, сразу же минус один. Отлично. Вторая, значит, не будет соваться, да? Отлично. Значит, мы ждем его. Настроить на составы, конечно. Составы это важная вещь, но...
Так, у тебя есть орлиный глаз или что? Да. Давно я уже не играл, забыл, что у кого есть. Спали, пожалуйста, есть там кто-нибудь, нет? Есть состав, до которого хрен знает сколько еще время идет. Значит, по сути, раз там никого нет, значит можно двигаться тебе сюда. Пулемячица сюда. Ты сюда встань. Так, надо еще снайпера будет подтягивать, значит. А тебя сюда. То есть они сейчас стали так, что каждый друг друга прикрывает в любом случае. О, блин, пердуны. Четыре урона, ё-моё! Нет, только не бей его. В смысле удушения? В смысле, что оно делает? Отвали от него. Даже и звуков нету. У этого паника, перевод дыхания. Так, того или того. А без разницы, может. А, до пяти. Итак, значит, ну стреляй. Ты в любом случае должен их будешь убить. Минус один. Так, второй шуганулся и пошел за укрытие сразу же. Так, а ты его видишь, Караски? Ну, пробуй стрелять. И минус он. До свидания. Так, раз это высокая степень, значит, ну, высокий уровень сложности, значит... Есть, выполняю. Вижу добычу. Два хода осталось. Ёба мать. А, ты ходить не можешь, но ты можешь этот... Понятно. Ой, говно мудаки пришли. Это мой состав. А, еще этих слышу. Так, ну давай. Снайпера просто общий вид, это здорово. Реально, сдалека вид и выносит каждого. Не видит. А ты до этой херни в любом случае, хоть даже если ты и добегаешь. Есть, выполняю. То только рывком. Овервач, чтобы он не дернулся. А, ты можешь сюда встать, это как укрытие считается, зашибись. Ну, ясное дело, что ты оттуда дым -то точно не докинешь. Надо его шугануть. А, не шугану. Ну, окей. Он не видит, он только потому только будет открывать огонь, и есть вероятность того, что он гританет и его убьет. А, он отходит. И оттуда начнет плевать. И он попадет. Не, смотри-ка, повезло. Так, блин, а, какого хрена я... Ну вот он, здесь второй состав стоит, прямо у грузовика. Сколько у тебя шанс попадания? 1%, мать вашу. Так, значит, снайпер. Двигайся, ближе. Блин, бензоколонка опасна. Спани выстрел и взорвется. 53, стреляй. Зашибись просто. В смысле, прожгли просто этот машину, скоро взорвется. Так, ты у нас дыхание перевел, да, дружок? Иди туда. Ну а тебя как вариант остается только сюда поставить, все. Понятно. Теперь держаться не надо. Так, вот лучше встань сюда, чтобы он, не дай бог, если он сдетонирует, то будет жопа. Состав еще живой. Так, двигайся сюда.
В смысле, состав за машиной? Нет, туда все, про него можно забыть тоже. Потеряли оба состава? Ты сюда и перезаряжайся, давай. Так, ты сюда? Овервач. Ну блин, вариант, тебе только за машину остается идти. Опасная вот эта карта. Ты, по сути, оставайся здесь, у тебя больше варианта нету. Надо было его перезарядить, что я никого не увидит. Они прям за этой машиной стоят. Тихо. Слышишь что-нибудь? Да-да-да-да, мы слышим. Ну, состав прям за этой машиной находится, да? Сейчас повернем камеру. Ну, не видно, но состав находится за этой машиной точно. Выхожу. Ты тогда вставай сюда. Ты вставай. Сюда. Ну все, состав мы потеряли этот 100%. Что это за звуки такие странные? Так, ну ты тогда вставай сюда. Только не взорви ее, пожалуйста, и перезаряжайся. Смотри-ка, состав еще держится. Но я уже явно не успею до него добежать. Так, там 100%. Буду да охренеть, вы заколебали за этой машиной сидеть. Так, блин, сели за этой машиной и все. Вот, и ни хрена от вас. Вон там, кстати, машина ездит. Они там чего-то возле этой машины так и будут летать туда-сюда. Ну наконец-то высунулся хоть один. Ну конечно ж, косой ты у нас. Визуальный контакт. У этого сразу же боеготовность. А тебя-то мы видим. Пули летели прям в него. Ты, конечно ж, не видишь. И снайпер, конечно, да? Молодец. 33. 30. Пулеметчика 40, господи, даже. При этом у него два выстрела. Минус. И давай еще один, добивай. Тара-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар. Отлично. Убийство подтверждено. Он если и высунется, я уже там, то пролетит здесь. А мы его благополучно с дробовика. То есть там снайпер, там вот этот сектор палит снайпер. То есть в любом случае, если он полетит здесь, то снайпер его убьет. А тут наши бойцы справятся. Ну вот и все, ему хана. С дробовика вплотную. С ним разобрались. Смотри-ка, собрали. Порядке, шеф. Значит, мы один состав, мы один собрали. Неплохо, неплохо. Так, и начнем сейчас опять же заниматься всякими там рекрутами, не рекрутами, там строительством и тому подобное. Если у нас, конечно, деньги есть, я на это тоже не посмотрел. С деньгами у нас там явно все очень плохо. Так, на 7 дней ранения. Так, новые награды. До связи, командир. Так, 4. Да, у нас с деньгами тоже все вообще. Так, плюс 2 к силе воли за каждую. Ага. Не. Выдать. Не знаю, ну возьми ты. У тебя краски удушения было. Тебе вон подарок такой пришел. Так, ток. Оперативный штаб, что у нас по панике? По панике у нас, по сути, жопа. И мы можем одну страну успокоить. При этом плюс 100 в месяц, тут плюс 2 ученых. Раисе с ней все нормально.
можно сюда запустить, и тогда мы получим бонус. А давайте, почему бы нет? Спутник запущен. Все, мы получили бонус. Или у нас уже он был? Я не помню. Совет передает сообщение. Да вы что, издеваетесь? Первоочередной важности. Два дня всего лишь прошло. Друзья внизу. С нами связался высокопоставленный член гонконгской триады. Он утверждает, что в его расположении оказалась уникальная технология пришельцев. Узнайте, так ли это на самом деле. Это миссия из заполнения слайдшот. Но я не хочу его выполнять. В принципе, эту миссию можно игнорить. Просто игнорить. Аргентина вошла. Да вашу мать! Вы что, издеваетесь, нет? Похоже, они изменили тактику. Но зачем? Чего они добиваются? Да, тут, ну, нету озвучки, как обычно. Это послание всему миру. Они говорят, что остановить их невозможно. По сути, ну, что была эта озвучка, озвучка, нужно XCOM Enemy Announce, ну, оригинальная версия. Капец, они бьют по самой спокойной этот... логика, не вижу ее. Акция устрашения, Буэнос-Айрес. Вот, они бьют по... Точнее, блин, надо про озвучку договорить. Точнее, про нее мы и говорили. Чтобы была эта озвучка, да? То есть, вся озвучка из нового дополнения, она здесь присутствует. Но из со старой игры, да? С оригинальной, то есть XCOM Enemy Announce, ее здесь нету. То есть, по сути, у меня есть XCOM Enemy Unknown, вполне рабочий, но он не видит ее. Ну, ладно. Пусть так и пусть по-вашему будет, пусть будет по-вашему. Так, думаю, на этом закончим и сразу же продолжим следующей серии. Я, наверное, отсниму тут 2-3 серии, может быть, даже больше, но 4 от силы. И выложу одну сегодня, сегодня 1-2-3 вот так вот выложу. Что, вот так вот. Ладно, всем удачи, всем пока, вступайте в группу ВКонтакте. Ставьте лайки, комментируйте. Пока.